И всем привет, с вами Малыпи Челси Браун. И сегодня я сниму обзор на куклу Rainbow Rocks Fluttershy с пони. И на вот такие вот три замечательных пакетика пони из 11 волны. Также вот на такую понежку из 11 волны, которая у меня недавно появилась. Вот, я ее уже показывала. Эти подарки я купила себе на Дере. Я, честно, не знаю, как я это назову видео. Может, подарки на Дере, может, как-то еще. Но... Слушай, скажи, это только первая часть, потому что еще я себе приобрела вот такую Apple Jack из Rainbow Rocks. А также набор «Радужное кафе» с миссис Капкейк. Ну, эти наборы я открою завтра, а сегодня мы откроем вот эти. И давайте начнем с пакетиков. Откроем наш первый пакетик. Давайте посмотрим для начала, что у нас изображено на самом пакетике. У нас изображено... Rainbow Dash, Fluttershy, Pinkie Pie, а также Santa Shimmer, которые есть в этой волне. Это пакетики из 11 волны пони, новой волны. Здесь написано, что в комплекте пони и карточка, и также 24 пони в коллекции. А здесь вот есть значок Breezy Collection, поскольку в этой коллекции присутствует Breezy. И давайте посмотрим, кого же я себе купила. Пакетики продаются в детском мире сейчас. Распакуем наш первый пакетик. И вот у нас первая пони, наша Spitfire. Да, я купила себе Spitfire. Наверное, если вы знаете, кто есть в 11 волне, вы догадались, что я, наверное, куплю себе Spitfire. Поскольку Spitfire у меня никогда не было, я ее очень хотела. Но когда я раньше убирала по номерам, ее почему-то не нашла. Итак, ее карточка. Тоже такая немножко радокофицированная. Ну, вот красивая карточка. Смотрите, здесь у нас на карточке Spitfire. Потом Neon Lights. Purple White. Вот и вот эти вот пони, я не помню, как зовут. Но это Pinkie. Pinkie Pie. Милая карточка. И наша Spitfire. Она впервые выпускается непрозрачная, обыкновенная. Дана на моде Вондерболтов. Такая грива оранжевая, приятного апельсинового цвета. И присутствуют такие очки полетные. Вообще мне нравится ее мод. И сама Spitfire наша. Вот теперь она у меня есть. Буду снимать с ней сериал. Да. Дайте ее фокусируем. Не фокусируется. Ай, ладно. Ну и приступим к нашей следующей поняшке. Давайте поставим Spitfire. Что-то не стоит она. Да, вандерболты всегда плохо стоят. У нее костюм в виде молнии. Метка в виде молнии. И вот следующий наш пакетик. Давайте его тоже откроем. И следующий пони, как вы догадались, у нас чи-сэндвич. Ей! Я себе его приобрела. И поглядите, какой он крутой. Давайте посмотрим на его карточку. В общем, в этой волне есть чи-сэндвич. Я не знаю, по какой причине. Но его добавили. Я так рада, что эта волна самая, наверное, крутая. В общем, вот чи-сэндвич. Можете прочитать там, что про него написано. И та-та-та-та. Давайте посмотрим на фигурку. Так, вот это Spitfire не стоит никак. Давайте. Стой, Spitfire. Нет. Вот. Чи-сэндвич это самая большая фигурка. Посмотрите на него. Вот, у него такой новый мод. С курчавой гривой. Он такой очень миленький. Давайте. Сейчас. Вот, очень миленький. И у него метка вот. Гармошка с сыром. В общем, он такой желтенький, в желтенькой косточке. Замечательная просто фигурка. Самая лучшая в волне. Я ее не зря купила. Я еле ее нашла, эту фигурку. В общем, она у меня теперь есть. Поздравьте меня с моим чизом-сэндвичем. Поскольку он самый милый пони. Да, он по росту всех выше, видите? Он высокий очень. На ноги. И последний пакетик. Следующая фигурка у нас... Breezy, да, а именно Sunny Breezy. У меня был один Breezy, который ушел с Fluttershy в наборе Sea Breeze. Я купила Sunny Breezy, так, давайте. Вот его карточка. Здесь такой маленький Breezy нарисован. Написано, что он любит гостить в пони Вилле. А про Spitfire написано, что она капитан в Вондерболтах. А про чизсэндвича написано, что он любит делать ланчи для своих друзей. Конечно, он же чиз сырный. И давайте на Breezy посмотрим. Вот такой же, все милый, с тоненькими ножками, с миленькими глазками.
прозрачные крылышки тоже такие. Крылышки у него зеленые и розовые. Усики фиолетовые. Сам он оранжевый и желтенький, такой солнечный, поскольку он с Саней солнечной бризи. Вот такой замечательный солнечный бризи. Теперь у меня есть морской бризи и солнечный бризи. Да. Поставим солнечную бризи как-нибудь. Нет, ну с той же. Вот на этих тоненьких ножках, наверное, невозможно его поставить. И, конечно, теперь перейдем к кукле из Rainbow Rocks. Упс, простите. Да, это я. Да, простите, пожалуйста. Камера падает. Ну, давайте перейдем к кукле Rainbow Rocks. И обзорим ее коробку. Здесь у нас нарисован портрет Fluttershy, причем не на боку, а прямо вот здесь. На лице коробки. И Fluttershy из Rainbow Rocks. Ну, конечно, все символы Rainbow Rocks. Здесь Fluttershy. Кукла с пони в наборе. Здесь такая фотка. Фотка Rainbow Rocks. Афишка. И здесь значки Fluttershy. Бабочки, крылышки и сердечко. Также MVP Quest Trackers. Это у нас изображение Fluttershy. Причем здесь они наряд, как видите, соблюли. Соблюли наряд в опции с фильма. Очень красивый наряд. И также Fluttershy в Японии, они, как видите, ничего не говорят. Но здесь написано, волшебство дружбы никогда не меняется. И Fluttershy заляпали лицо наклейкой. Вот. Давайте. Fluttershy недавно появилась в детском мире. У меня есть такая же рарити. Rainbow Dash там тоже есть, а рарити там нет. Вот. И давайте сделаем обзорчик нашу Fluttershy. И давайте ее для начала распакуем. Итак, вот наша кукла с поняшей в наборе. Давайте посмотрим. Начнем с поняшки. Поняшка у нас также ничем отличается от оригинальной Fluttershy. Здесь на нее почему-то такие вот маленькие глаза. Но я не буду сравнивать. Вы сами понимаете, они маленькие. Вот на глазу такая вот бабочка, как у Rainbow Rocks. И в волосах добавляется у нее фиолетовый цвет. Такая стандартная фигурка Fluttershy. Не стандартная, а Rainbow Rocks. Вот такая вот милая Флати. И давайте посмотрим, что там шло к кукле. Карточка. Здесь написано Fluttershy. Да. Карточка с лицом. Желтенькая расческа Quest Three Girls. И вот такая вот очень интересная гитара. Она большая, в виде бабочки. Может быть, это гитара бубен, потому что она в мультике играла на бубне. Вот она надевается. И здесь у нас на лямке написано Quest Three Girls. И тут тоже Quest Three Girls. Сделана такая в стиле бабочки, розового цвета. Здесь такие значки тоже с бабочками. И давайте посмотрим на саму куклу. Сама кукла выполнена очень красиво. Наряд как на коробке, как в мультике. Посмотрим, посадим ее. В общем, волосы у нее в такие вот два хвостика, как и на картинке. Все как положено. Тоже в волосах присутствует фиолетовый цвет. На глазу у нас бабочка. Такой потом очень красивая одежда у нее. Такие вот такое жерелье с бабочкой. Замечательное розовое такое платье. Смотрите, с желтыми нотками и бабочками. Сапоги он такие вот с каблуками в виде бабочек. Очень хорошие сапоги. Двухцветные колготки. Фиолетовые и розовые. Очень оригинальное платье. И сзади такие красивые крылышки. У Rainbow Rocks крылышки стали лучше. Они здесь на резинке фиксированы. Я их не буду убирать, то не отлетать им будет. Такие вот желтые, очень красивые крылышки Пегаса. В общем, сама кукла просто отпад. И, наверное, это даже лучше, чем моя кукла раньше Fluttershy. Но они, в принципе, достаточно похожи. Ну, в общем, это было все. Всем пока. И с вами была MLP Chelsea Brown. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и пишите комментарии. Пока-пока.